Всем привет, мои котята, с вами Мурка Дикая Кошка. Сегодняшнее видео опять же посвящаю одной из моих любимых песен, как я под прошлым видео на песню «Гвардия Петра» написала на канале Радио Тапка комментарий, что эти две песни упали мне в сердечко. Действительно, так, песня Петропавловск прямо... Я не могу сказать, насколько она мне нравится, но это вообще 1000000%. Это самая лучшая песня, которую я слышала после долгого перерыва. Давайте в этот раз без лишних предисловий. Историю я не читала по поводу этой битвы, но с песней это было прям вообще супер. Вот. Так что, ребят, видела, что вы прям залайкали прошлое видео, и мне прям очень приятно. И ваши лайки, и ваши комментарии, я вижу, что вам нравятся такие реакции. Вот. Поэтому, ребят, спасибо вам огромное, я вас всех очень обожаю, вы у меня самые лучшие. Ну что, теперь без лишних предисловий мы начинаем слушать. Ой, я секундочку, внимание, не увеличиваю сам видос, потому что как бы мне будет неудобно смотреть, а программа ОБС, она немножко в последнее время галюна ловит, поэтому, ну, как бы, сами понимаете, будем смотреть в свернутом варианте. Вторая песня, одна из моих любимых. Ветки с Мохринской войны. Мы одни, но нас не взять. Но с ними доблесть и честь разнесут благую весть. Тянет волк Качавский прерий. Враг разгромлен и вернул хаос. Это Петропавловск. Где-то вдалеке Дунай. Император Николай, не стерпев султанский нрав, держит на терп стрел держав. Взял бранды свои судьбы, но с ними доблесть и честь. Ветра вулканов разнесут благую весть. Там глухой дали, где-то на краю земли, тянет вглубь Камчатской прерии. Дым войны четырех империй средь холодных вод принял бой далекий порт. Враг разгромлен и древний хаос. Это Петропавловск. Одна из потрясающих песен. Вы просто, ребят, я не обещаю, конечно, реакции с веб-камерой, но, блин, если будет такая возможность, обязательно. Их 926, но с ними доблесть и честь. Ветра вулканов разнесут благую весть. Там глухой дали, где-то на краю земли, тянет
глухо вдали, где-то на краю земли. Кровь прольется в смертельной схватке. Враг разгромлен и вергнут хаос. Это Петра Павла. Ребят, просто на секундочку, это такие мурашки по коже, это просто отвал башки. То, что я там запнулась в одном месте, это, блин, ну, простите, ну, вы же меня простите, правильно? Я надеюсь, что вы меня простите и не будете ругать. Это нормально, когда я просто задыхаюсь. Вот. Вот такая песня, блин, это просто реально мурашки по коже, это... Это надо слушать. Это надо не только слушать, но и в целом даже просто смотреть, как это пробирает. А если ты еще начинаешь с этим петь, блин, это все это обеспечен. Ушам не буду говорить, что именно, потому что опять мне влепят 18+ рейтинг, верно? Мне этого не надо. Ну да ладно. Будем называть адреналином. В общем, ребят, вот такая вот у меня реакция. Действительно, я эту песню очень обожаю и очень рекомендую всем к прослушиванию, просмотру. Ссылочки, как всегда, я оставлю в описании. Ну а с вас лайки и комментарии. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока.